Москва, 8 мая, РИА Новости. Премьера фильма Константина Хабенского «Собибор» состоится в Берлине 9 мая, сообщает пресс-служба проекта. Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. В День Победы в кинотеатре «The Opelas», Берлин, состоится премьерный показ фильма о единственном успешном побеге из концлагеря во время Второй мировой войны – «Собибор». Фильм представит актер-режиссер Константин Хабенский, актеры Филипп Рейнхарт, фильмы «Жених», «Сталинград», «Дирк Мартинс», фильмы «Белый тигр», «Мать» и «Максимилиан Дир», сериалы «Корона», «Свадьба», говорится в сообщении пресс-службы. В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на 5 языках – русском, польском, немецком, нидерландском и идише. Компания «Кинокартина» В выступила прокатчиком и организатором премьеры в Берлине. Главную роль в «Собиборе» исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелиси Янкель, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхарт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма выступили Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журамская. Его выход приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши. Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского – Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая. Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня», международной медиагруппы, миссия которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. События. «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства РИА Новости, Эр Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг и на СМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Спорт.